Также готовы принять довоенные книги и художественные картины. Все это станет основой новой экспозиции, посвященной жизни города в 30-е и 40-е годы прошлого века. Особый интерес у сотрудников музея вызывают школьные принадлежности того времени. Школьные парты, чернильницы, перьевые ручки, железные ручки для письма, которыми занимались дети, которые писали какие-то истории, наверное, свои переживания в годы Великой Отечественной войны, которые уже, конечно, являются ценным экспонатом. Собранная экспозиция будет представлена в обновленном музее «Юные защитники Родины». Она посвящена детям, которые в годы Великой Отечественной войны сражались наравне со взрослыми. Принимать будущие экспонаты будут до 1 марта.